Московский федеральный розыск объявлен директор агентства недвижимости. Татьяна Винокурская сбежала в самый разгар судебного разбирательства. После предъявленного ей обвинения в мошенничестве в особо крупном и крупном размере. Ущерб – несколько десятков миллионов рублей. Как следует из материалов уголовного дела, Винокурская действовала по одной схеме. Предлагала квартиры в строящихся домах по привлекательной цене. Доверчивые омичи с легкостью расставались с накопленными сбережениями. Подробнее об этой истории расскажут мои коллеги в программе «Жесть». Она выходит в эфир по будням в 18:50 и в 19:50.